Праздник в преддверии Дня знаний состоялся и в областном детском доме. В гости к ребятам приехали представители подмосковного правительства. Сюжет нашего корреспондента Светланы Волчковой. Воспитанникам одного из крупнейших детских домов Московской области, расположенного на территории нашего города, привезли школьные принадлежности, а также сладкие подарки. Поздравить ребят с предстоящим Днем знаний приехал заместитель председателя правительства Московской области Владимир Барсуков. Хочу поздравить с наступающим новым учебным годом. Я хочу вам пожелать доброго здоровья. Хочу пожелать, чтобы вы любили друг друга, уважали друг друга в вашем детском доме. Вот так судьба сложилась, что у вас вы единая семья, вы единый коллектив. Надеюсь, что вы будете очень хорошо учиться. Поверьте, что, может быть, вам надъедают слова вот этих взрослых дяди, тети, которые вам говорят, учитесь, учитесь. Но я еще раз говорю, что я родился в простой крестьянской семье. У меня отец был тракторист, мать была телятница, и это очень такое глухое село. И поверьте мне, если бы не знали, наверное, я бы не стал зампредом. В детском доме живут и воспитываются более 100 ребят, как школьного, так и дошкольного возраста.